Накануне я побывал в Бельгии, где встретился с армянской общиной этой страны. Забегая вперед, сделаю небольшой анонс. А в рамках армянского следа по странам мира через несколько месяцев выйдет мой фильм об истории армянских колоний стран Бенилюкса, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. А пока хочу представить вам отрывок из поездки. Только предупреждаю, прежде чем продолжать смотреть дальше, убедитесь, что вы сыты, ибо последующие кадры нельзя смотреть на голодный желудок. Я вас предупредил. Ой, Вадим Жан, вай, мама-жан. Если тонкий насаживает на шампур, то он сухой станет. Весь сок уходит при жарке. Ну, если моя фигура никому не понравится, я сам это съем. Ну, у тебя хорошо получилось, кстати. Для первого раза. Да, можно. Очень хорошо. Да, вот так. Здравствуйте. Тут все в дыму, но у нас сегодня необычный такой выпуск получается. Как видите, я нахожусь в Бельгии. И, как вы уже, наверное, догадались, у нас сегодня будет встреча с человеком, у которого очень много зрителей, тем более в России. И нам он был здесь нужен, поэтому мы с ним и встретились. Итак, мы в гостях у Жоржа, и он сегодня нам приготовит коронный шашлык, который называется антитопор. А почему антитопор, он потом сам вам объяснит. Жорж, ну давайте присоединяйтесь. Я сам о вас узнал недавно. Да. Ехал из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, и мой приятель там, американский, Маркар, стал вас смотреть. Я был тогда голоден, и тут он вас включает, мы стали смотреть, конечно, желудок урчал, я с удовольствием посмотрел, особенно ваш вот этот фирменный акцент. Мне обычно спрашивают, с чего начался антитопор? А вот я хотел у вас спросить, с чего началась готовка на камеру у вас? Я смотрел очень много видеороликов про еду, там, кулинарий. Я решил, дочке говорю, давай мы сделаем тоже канал YouTube и снимем. Говорит, папа, это трудно же, может не получится у тебя это перед камерой будешь говорить. Я говорю, нет, давай будем делать. 2 года назад, в декабре, я делал первый кебаб. Я думаю, может просмотров не будет, подписчиков не будет, но получилось. Да, более того, вы стали дамским угодником, я смотрю, вас прям женщины российские ждут, когда вы выйдете в эфир. А вот это вот ваш коронный... Мамаджан? Нет, Мамаджан это понятное дело. Вах, какая ляшка Мамаджан. Да, вы сказали. Ляшка Мамаджан. Нет, про ложку-поварешку или как там? Я объясняю, вот столько там того-того, берем пищевая ложка. И так я говорю, потом я вставляю видеоролики, смотрю, люди меня пишут, Жорж, это же не пищевая ложка, это столовая. Ну хорошо, я исправляю ошибку и стал говорить, столовая ложка. Потом мне обратно пишут, Жорж, это твоя фишка. Говорю, пищевая ложка. Ага. И иногда я шутки делаю. Я говорю, это пищевая ложка или столовая сейчас? Я смотрю, шашлык у нас хорошо получается. Да, такой. И шашлык хорошо идет, и лишь он... Румяный. Так а почему тогда этот кебаб называется антитопор? Потому что где у меня топор? Где топор видел ты? Нет. А, поэтому антитопор, да? Да, потому что антитопор, нет топора нету. Ну, вот шашлык многие народы готовят, каждый по-своему называет. Коровац, да. Вот скажите, помимо того, что вот эти многие народы готовят, еще можно сказать, что у каждого народа свой рецепт приготовления шашлыка? Да, я думаю, что да. Вот чем отличается, скажем, армянский шашлык, коровац, от другого шашлыка? Я это не могу сказать, как они готовят. Мой самый главный секрет. Надо мясо просто посолить, поставить на мангал и покушать. Вкусно получать. Надо готовить от души, душой. Надо душу вложить и будет вкуснее. Не, ну вы лукавите. Секрет один есть. Я сегодня, мы когда вот сидели за столом, да, с вашей семьей, я услышал, как вы иногда долму готовите. Долму, да, это долма другое. Ну, это, что вы туда добавляете, говорите? Нет, это не будем говорить. Да почему? Это же интересно. Ну, это долма из конопли. А это мама готовила. Конопля в смысле фаршируется? Да, фаршируется. Нет, не в мясо, нет, это без мяса, это овощной. Это, вот это овощной. Там из конопли они получают сироп такой, ну, сок. Так. А потом, когда долма заворачивает в капусту, так,
там этот сок они добавляют туда и варят. А, вот. Так это больше не толма, а голубцы получается, да, если это в капусте. А когда вот попробуешь эти голубцы или эту долму, чувствуется, что съел и коноплю? Не чувствуешь. То там, есть это все испаряется, жарят, да? Испаряется, потом там жарят там это. Я уже лет 20 не ел такой толмы. А, вот так вот. Я помню вкус детства, когда мама готовила. Вы сколько лет в Бельгии уже живете? Уже 24 года. Я же это не зря спросил, это, чтобы зрители знали, потому что ваш русский язык, он довольно-таки уникальный в том смысле, что вы на русском языке уже больше 20 лет я не говорю. Не... Вы говорите на армянском, на армянском, на французском мы говорим. А еще учитывая, что вы в России-то никогда и не жили. Нет, в армии служил и все. То есть вы русский язык знаете с армии? Да, с армии и в школе немножко. Я боялся, думал, у меня акцент будет страшный, будут смеяться на меня. И до сих пор пишут у меня в комментариях, что ты плохо говоришь. Это редко, редко. А в основном мои подписчики, мои друзья, меня говорят, Жорж, это шарм, это вкус. А вот вы как думаете, в чем секрет успеха? На этот вопрос я, Вадим, честно, не могу ответить, потому что я не знаю, как у меня это получилось. Как получилось, я сам сомневаюсь в этом. О, горячий для меня. Бах, мамаджан. Я бы даже сказал, тут и мама, и папа джан тоже. И папа, и мама джан. Снизу мы укладываем лаваш, чисто по-армянски получается. Mm-hmm. А тот жир из кебаба туда впитывает в лаваш. И этот лаваш получается... Он получился довольно кусочный. Всех приветствуем, особенно ваших поклонников, которые просили меня передать вам привет. И тот же Маркар из Сан-Хосе. Гарни Варданян тоже вас спасибо очень любит, всем. Смотрит из Ростова-на-Дону. Мерси, Вардан Абрамян тоже. Привет, кстати. Мерси, Варданян, спасибо всем. А сегодняшний мой приезд в Бельгию оказался очень таким солнечным и сочным. И сочный, солнечный, и вкусный. И запахом. И вкусный, да. Вы в Армении очень известный человек, хотя вы ведете блог на русском языке. Знаем. Ну, вы же скоро туда поедете? Да, в июле поеду. У меня мама в Армении. У вас будет встреча с подписчиками вашими? Я думаю, да. Мы про эту тему думаем, как это организовать. Это одному трудно меня организовать. Вы знаете, чем моя встреча с подписчиками отличается от вашей? Ваша встреча вкусная. У меня другой, да. Это... Савутаном, смотри, да. Что тут творится. Вот и моя встреча. Да. Еще минут 3-4. Какой тш делает. Сейчас идем к столу. Будем пробовать фуровать еще вино щек. Я готовил без костей, косточки нету, мякоть, потому что у нас много женщин, детей. Так, всем к столу. Мы пойдем поужинаем, а потом я еще кое-что расскажу. Ведь Жорж не только мастер на готовку, но еще и на многие другие вещи. О таких людях и говорят. Человек с золотыми руками. Давайте, друзья, Джан, за нашу вот такой прекрасный встреч. Это в природе, знаете, это за души. У нас вот шанс, такое солнце есть. За встречу и за нашу дружбу, за знакомство, Вадим Джан. Мясо не сырое? Что за вопрос? Обижаешь Жоржа, слушай, тост за Армению. Мы сирели, скончали, а я стал. А я стал, я в Арцах. Да. Мне сопутствует удача и объединение. Сирю, Інчуму ти цар, серд із гахніка, інчуима цар. За город Лежа есть такой Айвар, маленький городок, и там в лесу есть река. И я видел в реке эти камни. Ну там есть большие, конечно, я не могу. И что мне понравилось, эти камни, я все время мечтал иметь камни в огороде здесь. Я загрузил в машину и давай сюда. Промыл, конечно, они были грязные, почистил уже. Уже блестит, красиво. Я бы хотел еще больше такой, именно такой, чисто по-армянски. Знаешь, Хорвера, а это оттуда я привез. Держу у меня в огороде. Здесь все я сам, своими руками. Здесь была земля, была там на уровне, вот до сюда. Земля снимали, чтобы низко стал на это. И получил хороший террас у меня. Сам все своими руками ложил. Из камня сделал столчик маленький, скамейка. Тоже своими руками делал. Приятно, когда с друзьями сядем сюда и возле мангала шашлычок, и по 50 грамм, конечно. И хорошо, приятно очень.
Я руки снимаю, не важно. Гостиный, знаешь, дом, когда покупали, такой страшный был, я боялся, что не смогу восстановить. И дай бог, у нас был сила, мы все сделали. Все я сам делал, сам придумал, как можно, покупали такие камни хорошие и делал. А камень этот вы тоже из Льежа привезли как-то? Нет, это покупали. Во дворе? Это покупали, нет, в Льеже нет, это, в реке не валяются такие камни. Завариваете? Нет, Вадим, не чай, это кофе по-армянскому. На угле, да? Да, на угле, знаешь, аромат. На угле вообще все вкусно, на костре, все вкуснее.